Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию обзор на довольно-таки старую модель, но интересную. Модель фирмы Tamiya Merkava. Израильский танк. Модель, как видите, 1983 года выпуска. Довольно небольшая коробка. Видим инструкцию и несколько литников. Сейчас рассмотрим более подробно. В самом верху лежит инструкция. Инструкция довольно хорошо отпечатана, информативна. Этапов сборки не очень много, всего лишь 10. Ну да, чем хороша фирма Tamiya, особенно для начинающих моделистов, тем, что у нее хорошее литье, не очень много деталей, отличная стыковка, и на модели можно просто отдыхать. Здесь листик, на котором нам предлагают инструменты и клей от фирмы Tamiya. Точно такая же инструкция, только на японском языке. Первая инструкция была на английском. Какой-то вкладыш. Теперь начнем рассматривать более подробно литники. Сразу хочу заметить, что для 1983 года это было отличное, превосходное литье. Все очень хорошо видно. Ставлю коробку в сторону. Так хорошо сделана расшивка. Не знаю, насколько точная данная модель у Tamiya, но смотрится все очень и очень красиво и хорошо. Два одинаковых литника с катками, с подвеской. Как видите, подвеска дана одной деталью, амортизаторы, пружины, что упрощает намного сборку. Ну да, кому-то может и не интересно собирать, когда мало деталей. Но еще раз повторюсь, наборы для начинающих очень хороши. Одинаковых литника. Набор всего состоит из 4 литников. Вот один самый большой из литников, 4-й. В наборе дана фигурка танкиста. Ствол дан двумя разными половинками. Ствол дан двумя разными деталями. Но ни облоя, ни утяжин, ничего в данном наборе не обнаружено. Довольно интересный
хороший набор. Ванна корпуса дана одной деталью. Ну, здесь особо ничего интересного нету. Ну, модель, как я понимаю, можно собрать с электронным моторчиком, с батарейками, и будет действующая. Ну и один из минусов данного набора — виниловые траки. Конечно, можно поискать металлические и смоляные траки. Я думаю, они есть в продаже. Ну и для винила довольно неплохо сделан. Кто захочет, тот их поставит. Ну, такой пакетик. Я его не вскрывал. Здесь силиконовые втулки. Литник с прозрачными. Даже не литник, а полистирольная какая-то плотная пленка. Небольшая декаль. Посмотрим более подробно. Да, вот такая вот пленочка с прозрачными деталями. Такая небольшая декаль с обозначениями и надписями на иврите. И капроновая небольшая сеточка. Вот, друзья, на этом буду заканчивать данный обзор. Как видите, деталей не сильно много, но по моей оценке хорошего балла. Все, друзья, спасибо, всех благ вам, вашим близким, оставайтесь на канале, скоро будут новые обзоры на интересную технику. Всех благ вам и вашим близким, друзья.